7 мобилизованных жителей городских округов Павловский, Посад и Электрогорск отправились сегодня на военные сборы. Проводить мобилизованных пришли представители администрации, военного комиссариата, духовенства. К призывникам обратился ветеран вооруженных сил полковник Валентин Павлов. Он пожелал каждому из мобилизованных с честью выполнить свой долг перед Родиной и обязательно вернуться домой живым и здоровым. Ребята, самое главное помните, что вас ждут дома. Не забывайте родных, с честью выполнить свой долг и вернитесь домой живыми. Добрый путь. Собравшихся напутствовал священник, благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин. Он прочитал молитву и окропил призывников святой водой. Автобус с мобилизованными проводили под марш славянки, слезы и аплодисменты, желая призывникам поскорее вернуться домой. Напомним, для родственников мобилизованных граждан Министерство обороны открыло горячую линию. Обращаться по телефону 8 800 177 07, 8 495 498 43 54, 8 495 498 34 46.